высоко. Не боишься упасть? Разобьешься ведь насмерть. Я не разобьюсь. Это сон. Здесь я могу делать, что хочу. Ты думаешь, это сон? Это сон. Я сейчас прыгну и полечу. А что там у нас внизу? Высоко. Полетишь в пропасть. Я не полечу в пропасть. Ну тогда хотя бы открой глаза. Зачем? Открой и посмотри, куда ты забрался. Тебе меня не испугать! Открой и посмотри, ты ее самого края. Тебе меня не испугать! Сынок, сынок, пора просыпаться, уже утро. Ты хочешь разбиться? Я не разобьюсь. Потому что это небо снится мне каждую ночь. Я его помню. Сейчас я полечу. Куда ты полетишь? Вниз. На острые обледеневшие камни. Проснулся? Ты отведешь меня к обрыву. К какому обрыву? Ну, что ты выдумываешь? А, птиц хочешь попускать, да? Я еще не научился их правильно делать. А когда научишься? Они ж такие сложные. Вот этот вот, например, синий. Это кто, орел, что ли? Нет. Это беркут. Они раньше в Гималаях обитали. Теперь их истребили всех совсем. Да, непорядок. Слушай, давай-ка снимай, я сирк как раз завожу. Так. Вот, снимаем. Оп. Так вот. Обещай, что ты будешь крепко-крепко меня держать за руку. Обещаешь? Да, конечно! Да, ты доделал свою беркута? Доделал? Ну и все, тогда вперед! Сынок, смотри, как уже высоко. Мам, тут нельзя останавливаться, а то будет страшно. Сыночек, я не могу дальше идти. Дальше ты сам. Только смотри, к обрыву близко не подходи. Хорошо, мам. Осторожней. Я быстро. Не страшно. А чего тут бояться?
А вдруг ты не спишь? Тогда ты упадешь. Сильно упадешь. Может, прикажешь камням остановиться и подняться обратно? Это мой сон! Я здесь все могу! И не надо мне подсказывать! Вернулись камни. Не стой за моей спиной, я их завтра верну! Камни вообще плохо летают. Видел? Это мой синий беркут! Мне не будет больно. Что ты? Ну, конечно, нет. Ну, что ты такое навыдумывал? Тебе что, опять что-то приснилось, да? Ты почему не оделся? Ну-ка, давай одевайся, пойдем гулять. Посмотри, какая погода. Может, просто поразговариваем? Поразговариваем. Ну, не просто, а на прогулке. Тун-тун. Расскажи что-нибудь из своего детства. Из детства? Я могу рассказать сказку, которую сама сочинила, когда была маленькая. Ать-ать. Расскажи, мне очень интересно. Я была... чуть младше тебя, и однажды увидела в магазине игрушечного розового кита. Такого, как у меня? Ну, он был не совсем такой, но очень, очень похожим. Я увидела его в магазине, и мне очень захотелось такую игрушку. Ты знаешь, я попросила маму, чтобы она мне его купила, но она не смогла. И я сочинила про него сказку. Вот так вот. Стой. Вот. И рассказала сказку маме. Ей очень понравилось. Она все поняла. Мы пошли в магазин, а розовых китов уже не казалось. И тогда она купила мне синего. Мам, да я сам. Он был, конечно, не совсем такой. Но тоже хороший. Она мне часто покупала китов. У нее была их целая коллекция. Всякие разные. Тебе исполнился год, когда я купила этого. Он почти как тот розовый кит из моего детства, которого я видела на витрине магазина. Одевай куртку. Сказку ты расскажешь? Сейчас расскажешь. Так. Оп, конечно, расскажу. Опа. Так, зашвартуем. Будьте маленькие мои. Опа. Давай ножку. Хорошо. Другую. Отшвартовываемся. Молодец. Вторую поднять паруса. Вау! Вам! Шапку!
Ты знаешь, почему чайки на море белые? Это потому, что и наше море когда-то было белым, как молоко. Представь себе океан молока. Представь себе. На севере вместо айсбергов горы вкусного мороженого. На юге теплое фруктовое течение. В этом течении жил розовый кит. Мама очень за тебя переживает. Мне не будет больно. Не будет больно. Мама обещала тебе показать Белое море. Обещала. И она не привела тебя сегодня к этой пропасти. Привела. А еще она просила не подходить к обрыву. Мама очень за тебя переживает. Я брошу в пропасть кита. И если ему ничего не будет, то прыгну за ним. Я могу не бояться! Розовый кит, да? А? Мам, ну зачем ты меня пугаешь? Ты что? Я не хотела тебя пугать. Ну что ты, мой хороший? Ну что ты, бог с этим китом? Пойдем, я тебе покажу! Это не страшно! Тебе меня не испугать! Хорошо, хорошо! Давай прыгай! Давай разбивайся! Я не разобьюсь, потому что это мой сон. Здесь я могу делать все, что захочу. Ты до сих пор думаешь, что это сон? Это сон. Мой любимый сон. Здесь я умею летать. Замолчи. Сейчас ты увидишь, что я могу летать. Смотри.